Эй, всем привет, друзья, всем, кто на Boosty. Что происходит сейчас в видеоформате? Хочется сказать сначала спасибо, что поддерживаете нас. Мы постоянно об этом думаем и пытаемся... Что разместить, как разместить? Мы заготавливаем особое событие. Новогодние мероприятия, скажем так. И атмосферу, чтобы мы с вами и все, кто следит за... счастливыми концами света могли почувствовать приближение. Да, и провести этот Новый год вместе с нами, вместе с персонажами счастливого конца света. Мы запланировали ряд видео. Надеюсь, нас двоих и хватит для того, чтобы их довести до ума, до конца. Плюс само вот это возвращение в атмосферу счастливого конца света, это очень радует. Вот я тоже залез в свои скетчбуки, смотрю, о, это было, вот такие придумки были. И ты по чуть-чуть вовлекаешься в эту атмосферу, в этот мир. Мы хотим тоже создать вот эту атмосферу как раз к праздникам, к Новому году. Это такой важный момент не только для всех, кто ждет, но и для нас, хотя мы тоже те, кто ждет. И хотим двигаться дальше, хотим двигаться вперед. Несмотря на работу, несмотря на то, что недосыпы. Мы думаем о том, что там будет, какие ролики. Мы хотим рассказать о персонажах, мы хотим рассказать о мире. Ну и готовим такой сюрприз, как раз он будет после 31 числа. Пока что будем называть его сюрпризом. И один из таких тоже важных шагов, то, что Игорь сел за раскадровку новой страницы. Вот оно свершилось. И в том числе планируем, как мы будем двигаться вперед и что нам поможет двигаться вперед. Сейчас сайт немножко поменяли. Мы вывели страницу счастливого конца света на главную. Теперь все, кто заходит на браузер, сразу может увидеть счастливые концы света. Мы завели счастливую минуту. Мы ее не постили здесь, но по сути она как раз о том, что происходит за кулисами. Мы как бы сомневаемся ее постить, потому что думаю, а кто-то видел ее в Инстаграме, видел ее ВКонтакте. И как бы, если вы не видели и вам лучше здесь, мы можем запостить, напишите об этом. Мы как раз возьмем, сделаем целую сборку из видео и разместим ее здесь. Только напишите, чтобы мы знали. Из технических моментов, что у нас происходит, это то, что мы продолжаем мучить iPad для того, чтобы применить его мощь в наших рисовательских целях. Авантюрах. Да, сейчас, конечно, по большей части какие-то идут поиски кистей, там куча кистей, куча времени уходит на это. Мы еще планировали делать выставку, но у нас был выбор. Делаем мы сейчас выставку, либо мы сейчас работаем над вторым выпуском, и мы не могли просто себе позволить не сесть и не делать комикс дальше. Для нас это более приоритетно. Еще я работаю над сценой с Софи. Что ж, на этом, наверное, на сегодня все. И будем держать вас в курсе. Это были братья Зиненко. Спасибо, что вы подписаны на наш Boosty. До связи, до встречи и всем, конечно же, счастливого конца света. Пока.